Брат Давид в этой семейной саге скромно играет роль второго плана. Видимо, он избегал публичной огласки. Помню, были статьи, когда он развелся с супругой и женился, тут же женился на Хати Дакануидзе, которая стала очень скоро ректором полицейской академии. В Грузии такое быть могло. А потом вот пошла по линии Министерства образования и была какое-то время даже министром образования. После Майдана Хатия Деканаидзе тоже оказалась в Киеве. И в качестве начальника национальной полиции Украины сидела за одним столом с Порошенко, Аваковым, Турчиновым и Яценюком. Но полицейская карьера на Украине у этой красавицы была недолгой. После ее отставки и отъезда блудный Давид Саакашвили вернулся к своей первой жене. На своей страничке в интернете они так счастливы вместе. Свободная любовь и страсть без границ во всех ее проявлениях. Свингеры? Свингеры? Это не свингеры. Это ужас. Пылкий брат Михаила Саакашвили в очередной раз влюблен по собственному желанию. В нашем распоряжении оказалась секс-переписка Давида Николозовича Саакашвили с русской блондинкой из Москвы. Вездесущий интернет о Давиде Саакашвили знает немногое. Потому я не хотел вообще комментарии про полицию. Но оказалось, рамки ломаются, и наш герой сам готов сдать себя с потрохами, если его ловить на живца женского пола. В нашем распоряжении оказалась личная переписка брата Саакашвили с русской девушкой из Москвы, Валерией Давыдовой. Скинь фотки между нами, голую. Учитывая то, что сейчас еще время детское, показать полностью эротические фантазии Давида Николозовича мы не можем. Все делаем. Резко встречаемся. Закрываемся и гуляем. Ух, хочу. Ты супер. Жена не стена, подвинется, сгорая от страстного желания, как бы намекает, пылки где нацвали. Где жена? Где жена? Я жертва сплетен. Всего несколько смс-ок, и вот уже, казалось бы, приличный и солидный мужчина, как ненасытный юнец в период созревания, всегда готов, хоть куда и прямо сейчас. Видимо, старший брат так и не научил, что переписываться с незнакомыми девушками в сети опасно для репутации. Секс будет супер. Знаю, чувствую. Садится телефон. Скинь фотку. И у любви у этой села батарейка.